что в Ростове будут появляться еще ледовые катки. Потому что здесь любят и понимают фигурное катание. Спасибо большое! Спасибо большое! Михаил Галустя, Настя Волочкова, Саша Ам, Андрей Грязев, Елена Леонова, Андрей Квалько, Татьяна Татьмянина, Роман Костомаров, Таня Навка, Максим Маринин, Алексей Ягудин, Маргарита Дробязко, Павел Сванагас, Ирина Слуцкая, Саша Дьяченко, Маша Петрова, Леша Тихонов, Марат Башаров. И, конечно, Илья Вербуш. Спасибо. Спасибо, Марат. Спасибо, Ростов. Спасибо. Добра, любви, здоровья. Всего самого-самого-самого хорошего вам. Весны и еще чего-то такого, что хочется каждому из вас. Спасибо. Спасибо, Ростов-на-Дону.